четыре, можно сказать, корабля, целая эскадра уже забралась здесь. И самое, наверное, главное сегодня не только встреча старых друзей, но и мы отдаем дань памяти всем погибшим морякам и на Балтике, и на Севере, на Тихоокеанском, и на Черноморском флоте, всем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, те, кто погиб в мирное время, и те, кто просто уже ушел от нас. И я благодарен отцу Алексею, настоятелю Чесменской церкви, и ребятам, можно сказать, это певчие Чесменской церкви, которые уже тоже не первый год вместе с нами. И то, что это стало уже традицией в канун Дня ВМФ выходить в море и отдавать и почести погибшим, и, можно сказать, и праздновать День военно-морского флота. Спасибо еще раз вас всех с наступающим вас праздником. Товарищи офицеры, братья и сестры, с чего начинается праздник, да? Праздник – это когда мы собраны все, но все не только живые, но и мертвые. Так и Троица начинается, например, вспоминовение Троичного. Так и День военно-морского флота вообще-то начинается с того, что подводники выходят на кораблях в Балтику, и служится панихида, когда и поминаем мы всех, кто погиб и на Балтике, и на всех наших морях русских. Так вот, это будет начало. Скажу, что как в каждом монастыре какая-то братья или братство целое, так и подводники – это без сомнения братство. Ну, иногда говорят, что море – наша религия, да? Ну, вот она такая религия, что и море, и Господь Бог, или кто в Поморе не плавал, тот Богу не маливался. Или еще, как в Поморском уставе сказано, человек боится моря, потому что он перед морем, как перед Господом. Ну вот мы сейчас помолимся и поменем всех тех, кто от нас ушел уже, пред Господом предстоит. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Духи праведных скончавшихся, души раб твоих спаси упокой. Сохраняй их по блажении жизни, я живу тебе, человеку любче. Покойся твоим, Господи, и держи все сети твои упокоиваются. Упокой души раб твоих, я поединись, человеку любец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ты есть и Бог сошедший в ад и узакованных разрешивый. Сам и души раб твоих упокой, и ныне присно и во веки веков, аминь, изи чистая и непорочная Дева Бога без семени родшая. Моли и спасися душами. Милуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимтесь, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, упокоение душ усопших рабов Божьих, моряков, за Отечество жизнь свою положивших, всех, где ныне нами поминаемых. Вы же проститесь им всякому прегрешению, вольному же невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Как это Господь Бог учинит души, хотя же праведни упокаяются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божие, Царство Небесное, оставление грехов их у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Господи, помолимся. Господи, помилуй. Как это есть воскресенье жизни, покой усопших раб твоих, моряков, жизнь свою за Отечество положивших, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, с обезначальным твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Свяжи мне упокой.
Христе души, раб Твоих, иди же несть болезни печаль, не смерти, сотворим и создай человека, землю под земли создакомся, и землю той же пойдем, я коже повелюсь и создал Америки, я по земле си землю ты реши, а может все человеки пойдем. Рыдание творящее песнь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О блаженном успении вечный покой подашь, Господи, лучшим рабом Твоим, морякам за Отечество жизнь свою положившим, всем здесь поминаемым, и сотворим вечную покой, достоблаженные братья и сестры. Аминь. Уста закрыт. Игорь, давай.
Субтитры сделал DimaTorzok.